Когда мы решили посвятить фестиваль текстов об искусстве имени Джорджа Вазари XIII веку, когда мы решили нарисовать, конечно, не полную, но хотя бы максимально, так сказать, богатую по амплитуде географической картину того, что же происходило в это время в мире, когда мы... когда князь Юрий Всеволодович основал Нижний Новгород, то, конечно, мы не могли обойтись без таких далеких земель, как Южная Америка. И, к счастью, в тот момент, когда мы обсуждали это ровно в тот день, к нам приехал господин Альваро Аугусто Гедес Гальвани, первый секретарь посольства Бразилии, и приняли участие в нашем обсуждении. И мы договорились о том, что посольство Бразилии поможет найти специалиста, который вряд ли сможет до нас доехать непосредственно, но, конечно же, сможет с нами общаться. Это какие-то новые возможности, которые открывает для себя весь мир. И расскажет нам о том, что происходило в столь древние времена, когда, конечно, не было государств в тех границах, в тех названиях, к которым мы привыкли, но была старинная и интересная культура. Итак, что же происходило на территории Латинской Америки в мезовремена? И я сейчас передам микрофон господину Гальвани, который тоже скажет о нашем сотрудничестве. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite por estar aqui hoje. Добрый день. Благодарю за приглашение. Eu falo em nome do embaixador Rodrigo Buena Soares, que assumiu a embaixada do Brasil em setembro, agora no início do mês. Я говорю от имени посла Бразилии, который стал таковым совсем недавно, в сентябре, Родриго Буэна Суареса. Antes de tudo, eu queria agradecer à diretora do museu, Ana Mihailova. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить директора музея, Анну Михайловну. Em nome de quem eu agradeço todas as autoridades da cidade de Nizhny Novgorod, de região e também a população de Nizhny Novgorod. И, конечно, также благодарю властей города и его жителей. A atividade de hoje é uma das formas de participação da Embaixada do Brasil nas festividades da cidade de Jubileu. Сегодняшнее событие – это одна из форм, с помощью которой посольство участвует также в вашем юбилее, в юбилее города Нижний Новгород. A embaixada auxilia no diálogo da cidade de Nizhny Novgorod com cidades brasileiras para acordos especiais de cooperação. Посольство планирует укрепить диалог города Нижнего Новгорода и бразильских городов. A embaixada planeja trazer para a cidade esse ano uma edição especial do Festival de Cinema Brasileiro, que acontece todos os anos na Rússia. Мы также планируем провести здесь кинофестиваль бразильского кино, который ежегодно проходит в Москве, в Санкт-Петербурге. И hoje esse evento especial, uma palestra muito importante para a gente, porque mostra dos DNAs do Brasil, que é a cultura e a população original do território brasileiro. Ну и сегодняшнее мероприятие очень важно, поскольку оно демонстрирует историю Бразилии. Eu espero que gostem, tenham uma boa palestra e estamos aqui depois para dúvidas e para bom debate. Надеюсь, вам понравится лекция и, может быть, можете задать какие-то вопросы позже. Спасибо огромное. Итак, мы приглашаем на экран Бруно Бартакини, журналиста и историка, а поможет нам с переводом Варвара Гернезе, сотрудник отдела культуры посольства. Podemos começar, então.
Dobro dia, meu nome é Bruno Tripodi Bartachini e sou jornalista e arqueólogo brasileiro. Dobro dia, меня зовут Bruno Bartachini, я археолог, журналист и специализирующийся на истории, в истории. Eu gostaria de inicialmente de agradecer ao Museu Arsenal de Nizhny Novgorod e à Embaixada do Brasil na Rússia. Me sinto honrado pela oportunidade. Я бы хотел поблагодарить Музей Арсенал и посольство Бразилии. Большая честь для меня выступать здесь. Vou compartilhar agora, tá? Может начинать презентацию? Sim. Nomeei minha apresentação como América do Sul no século XIII, um laboratório socioecológico, porque as sociedades americanas e euroasiáticas se mantiveram isoladas por pelo menos 15 mil anos. Я назвал свою презентацию, как вы видите, Южная Америка в 13 веке, социально-экологическая лаборатория, поскольку американские и евразийские народы были изолированы по меньшей мере 15 тысяч лет. Disso resultaram paisagens humanas que, em alguns aspectos, se parecem alienígenas umas às outras, mas de outros são muito semelhantes e essencialmente humanas. Из этого вытекает тот факт, что возникли сообщества, с одной стороны, очень отличные друг от друга, а с другой стороны, похожие и представляющие уже собой, по сути, человеческую организацию отношений, быта. Acredita-se que a ocupação humana das Américas se deu entre 20 e 15 mil anos atrás. O sítio arqueológico de Monte Verde fica no sul do Chile e é o sítio comprovadamente mais antigo das Américas, com cerca de 12.500 anos. Считается, что заселение Америки человеком произошло между 20 и 15 тысячами лет назад, и археологические раскопки Монтеверде датируется около 12,5 тысяч лет назад. Это, возможно, был самый старый памятник Северной и Южной Америки, расположенный на юге Чили. Pelo mapa ecológico, podemos ver que, diferentemente da Eurásia, a América do Sul se orienta pelo eixo longitudinal. Да, на экологической карте мы видим, что, в отличие от Евразии, она ориентирована по продольной оси. Isso quer dizer que o continente comporta muitas latitudes e a transferência de espécies vegetais domesticadas entre latitudes é mais difícil do que diferentes longitudes. Это означает, что континент состоит из множества широт, и одомашнивание происходит гораздо сложнее, чем между разными долготами. Em outras palavras, é mais provável que uma planta cultivada em Nizhny seja bem sucedida na Alemanha do que na Geórgia, por exemplo. Другими словами, растение, выращенное в Нижнем Новгороде, гораздо лучше будет приспособлено к природе Германии, чем, например, в Грузии. Ainda no mapa ecológico podemos perceber uma divisão clássica da arqueologia da América do Sul. Os Andes formam as chamadas terras altas e o resto do continente formam as terras baixas. Ну и также мы видим классическое разделение археологии: высокие земли – это Анды, собственно. И нижние земли, все остальное. Именно так они назывались. Раньше высокие нижние земли. A tradição arqueológica até o século XX atribui às grandes civilizações as terras altas e as terras baixas apenas lugar pouco povoado. Да, и низменности, вот, так называемые нижние земли, они считались малонаселенными. Да, в то время как великие цивилизации, они относились как раз к Андам, к высоким землям. Como veremos, não é tão simples assim. Да, как мы увидим, не все так просто. Os povos da América do Sul domesticaram uma série de plantas e alguns animais para compor sua dieta. Да, народы Южной Америки, они приручили целый ряд растений, животных, которых мы можем наблюдать на слайде. Ok, vemos na figura o milho, o abacate, abóbora, batatas, tomate, mandioca, porquinho da Índia e lhamas. На рисунке мы видим, соответственно, кукурузу, авокадо, тыкву, картофель, помидоры, мандиоку. И из животных представлены морская свинка и лама.
Desses, só o milho e a abóbora foram domesticados na América Central, mas também eram muito utilizados na América do Sul. Да, из всех представленных видов кукуруза и тыква были одомашнены также в Центральной Америке, но также значительно использовались в Южной. Bom, em 1221, quando Yuri II fundava Nizhny, um forte estratégico em suas lutas contra os mongóis e búlgaros, e outras lutas de conquista e expansão, a sobrevivência, outras lutas de conquista e expansão e sobrevivência se desenrolavam nas Américas. В 1221 году, когда Юрий Всеволодович Долгорукий основал Нижний Новгород как некий стратегический пункт в борьбе против монгольского ига, против Волжской Булгарии, в Северной и Южной Америке происходили другие битвы за экспансию, за выживание, за борьбу. Apesar de não termos datas precisas, a arqueologia recente nos permite traçar o panorama social da América do Sul no século XIII. Хотя у нас нет точных дат, но современная археология помогает нам представить целую социальную панораму XIII века в Южной Америке. No nordeste da Amazônia viviam os Marajoara, grandes chefias que duraram entre o ano 400 e cerca de 1300. Да, на северо-востоке Амазонии, соответственно, жили Маражуара. Это великие вождества, существовавшие между 400 и примерно 1300 годами, как мы видим на слайде. As tribos tupi do sudeste da Amazônia já haviam conquistado boa parte do litoral brasileiro em 1221. Племена тупи, в свою очередь, с юго-востока Амазонии завоевали большую часть бразильских земель, бразильского побережья уже в 1221 году. Os Inca, no entanto, eram ainda apenas uma tribo pastoralista que não sonhava em ser império. Да, инки уже к этому времени были только скотоводами, которые даже не мечтали стать империей. Mas ao norte, os Timur já expandiam seu império por grande parte da costa norte no século XIII. Но в свою очередь на севере Чиму уже была империей и расширяли свою империю на большей части северного побережья. Sabemos dessas coisas principalmente por meio da arqueologia, mas também pelas etnografias e fontes históricas posteriores, a linguística e as pesquisas genéticas. Ну, собственно, здесь все представлено, источники, да, из которых мы можем эту информацию узнать на сегодняшний день: археология, этнография, лингвистика, генетические исследования. Aqui, Amazônia. Amazônia. Amazônia era conhecida como um local pouco povoado devido a relatos e etnografias a partir do século XVIII. Была известна как малонаселенное место по источникам, которые датируются еще XVIII веком. Entretanto, os primeiros exploradores do século XVI descrevem a região como bastante povoada. Однако сами исследователи уже в XVI веке пишут, что напротив было очень густонаселенные, это были очень густонаселенные земли. O Frei Dominicano Gaspar de Carvajal cita aldeias que seguem por quilômetros. Да, и ниже мы видим цитату. Это был монах Гаспар де Карважал, который пишет о том, что да, деревни протянулись более чем на 5 лье. На многие мили растянулись. Археология moderna está mostrando esse cenário como verdadeiro. Estima-se que a população pré-contato era de cerca de 8 milhões de pessoas só na Amazônia. Да, и действительно, современная археология подтверждает ту вещь, что эти земли были действительно малонаселенными и насчитывали уже до 8 миллионов человек в XIII веке. No sudeste amazônico havia um complexo de grandes aldeias conhecidas como Curicugo, que abrigava cerca de 50 mil pessoas justamente no século XIII. Но это все было, конечно, до контакта с европейцами. И существовал такой большой комплекс, мы видим его на слайде, кстати говоря, который назывался Кухикугу,
в котором в 13 веке проживало около 50 тысяч человек. No noroeste amazônico foram encontrados grandes geóglifos que indicam uma monumentalidade. На северо-западе Амазонки были обнаружены геоглифы, которые свидетельствуют уже о монументальном искусстве, процветавшем здесь. Marajoara. Marajoara. A ilha de Marajó é uma ilha do tamanho da Suíça no nordeste amazônico. Остров Марожо – это остров размером Швейцарию на северо-востоке Амазонии. Lá surgiram grandes chefias chamadas de Marajoara. Там возникли великие вождества, называемые Marajoara. Essas chefias eram sociedades estratificadas com especialização laboral que controlavam milhares de pessoas. Опять же, на слайде мы видим характерные черты этого общества. Было социальное расслоение, разделение труда и, как мы видим, сильная социальная роль женщины. Eles viviam principalmente da pesca e as mulheres provavelmente tinham um papel social importante. Да, но жили они в основном все-таки благодаря рыбной ловле, при этом женщины, как мы видим, играли большую роль. Esse vaso que vemos na imagem é uma urna funerária antropomórfica. Да, это антропоморфная погребальная ваза, которую мы видим слева. Os marajoara provavelmente pensavam os vasos como corpos. Marajoara, вероятно, видели в сосудах человеческие тела. Vemos em sua cerâmica muitas cores, падрões симметриcos и rítmicos em um hibridismo masculino-feminino. Мы видим в керамике множество цветов, симметричные, ритмические формы, также гибрид мужского и женского начала. Por exemplo, essa figura é uma mulher em forma de falo ou um falo em forma de mulher. Да, например, эта фигура представляет собой женщину в форме фаллоса или, напротив, фаллос в форме женщины. Agora são os тупис. Тупи. Apesar de os тупис формарem sociedades mais simples, formadas entre 200 e 600 indivíduos, eles tiveram a expansão mais importante do Brasil, da Amazônia até o litoral. Несмотря на то, что тупи представляли собой очень простые сообщества и насчитывали всего от 200 до 600 человек, именно они смогли экспансировать максимально Бразилию, растянуться по побережью, да, от Амазонки до непосредственно побережья, наибольшим образом. O tronco linguístico tupi é o mais importante das Américas, com 76 línguas. Да, мы видим, что лингвистическая группа тупи крупнейшая в Америке, 76 языков в эту группу входят. Os тупис формавам шефиас гейрейрас и экспансионистас. Тупи сформировали вождество воинов и экспансионистов, завоевателей. Sua cosmologia era guerreira e predatória. Capturavam seus inimigos e comiam em rituais de antropofagia. Да, их видение мира было очень таким воинственным, экспансивным, хищным. Вследствие этого они захватывали своих врагов и съедали их, но следуя ритуалу антропофагии. Eu vou concretizar o que é antropofagia, tá? Да, антропофагия значит, что ты съедаешь врага не потому, что ты голоден, а ты хочешь каким-то образом приобрести его лучшие черты. Съедая его. Вот. Приобрести его черты. Может быть, даже самый лучший. На фото vemos o último manto tupinambá feito de penas de aves. Ele se encontra no museu na Dinamarca. Да, на фото слева мы видим мантию, да, из птичьих перьев. Она находится на сегодняшний день в музее Дании. Зинкас. Инки. No século XIII, os Incas eram ainda apenas uma tribo pastoralista das montanhas. Мы уже говорили, что инки в XIII веке были всего лишь скотоводческим племенем.
Sua expansão como império ocorreu no século XV sobre a infraestrutura dos impérios Wari e Tiwanaku. Расширение как империи произошло в 15 веке. Империя называлась Вари-Тиуанаку. Да. Os incas travaram grandes guerras contra os Mapuche ao sul e os Timu ao norte. Ну, и они вели крупные войны с своими соседями, Мапуче на юге и Чиму на севере. Acima podemos ver a maravilhosa arquitetura em pedra dos incas na fortaleza de Sacsayhuaman, em Cusco. Sacsayhuaman. Да, выше мы можем видеть чудесную каменную архитектуру инков, называется Sacsayhuaman, в Куско находится. No tecido à direita e no vaso à esquerda, conseguimos observar o conceito de duplicidade complementar andino. Да, на образце одежды и в сосуде слева мы можем видеть, наблюдать концепцию дуализма, которая была инками. В общем, они следовали этой концепции. Essa figura central é um quipu. Os espanhóis o conheciam como instrumento de contabilidade, usando cordões e nós. Mas é possível que tenha sido um instrumento de escrita no período Inca. Да, справа мы можем, справа внизу мы можем видеть кипу. Но это был такой прибор учета с использованием ниток, узлов, но, возможно, также использовался как для письменности в период Инка. Por último, os Тиму. И последнее мы расскажем о империи Чиму. Os Чиму foram um reino do século XIII e já haviam conquistado boa parte da costa norte peruana. Да, к 13 веку уже завоевала большую часть перуанского побережья. Sua capital, Chanchan, é construída toda em tijolos de barro e chegou a abrigar 50 mil pessoas entre os séculos XIII e XV. Да, столица Чанчан была полностью построена из кирпичей. В период с 13 по 15 век, как мы видим на слайде, проживало около 50 тысяч человек. Os Timu foram conquistados pelos incas em 1470 em uma série de batalhas com mais de 100 mil guerreiros. Ну, они были завоеваны инками в 1470 году. В серии сражений мы видим... Армии насчитывали уже тогда более 100 тысяч бойцов. À esquerda, vemos um colar feito de concha espondilus. Слева мы видим ожерелье, да, из раковины спондила, так называемое. À direita, vaso escultura representando caçador carregando veado. Да, справа скульптурная ваза, изображающая охотника, который несет на себе оленя. Abaixo uma coroa e uma camisa, ambos representando provavelmente felino sagrado. Да, и ниже элементы корона и элемент одежды, опять же, вероятно, представляли священного животного из семейства кошачьих. É isso, espero ter apresentado panorama geral do que acontecia na América do Sul no ano em que o príncipe Yuri II lançava a pedra fundamental de Nizhny. Вот и всё на этом. Надеюсь, что мне удалось представить панораму того, что происходило в Южной Америке в то время, когда Юрий Долгорукий основал Нижний Новгород. Aqui, por último, Варвара. Да, в конце я хочу... Não estou conseguindo mudar o slide. Oh, não está mudando. Ah, eu vou deixar, então. Não sei por que. Não sei por que. Sapa. Está finalizado aqui. Deixa. Tá. Eu agradeço a todos pela atenção, em especial a Varvara pela tradução. Спасибо большое за внимание. Благодарю Варвару за перевод. Одну секунду. As perguntas. Cessal, question answers. Perguntas. Pode? O Bruno. Sim, claro. Sim. Tem pergunta para você. Я хотела бы спросить, в каких собраниях
находится большинство этих артефактов? Вообще, в каких музеях хранятся вот эти археологические находки? Какие крупнейшие музеи вот в Латинской Америке этим занимаются? Quais são os museus da América Latina onde estão guardados aqueles artefatos históricos que você mostrou hoje? São muitos, né? São muitos. Eu peguei esse é um museu que eu usei para fazer meu mestrado, que chama o Museu Larco, em Lima, no Peru. Museu Larco, Lima. Você está vendo o que eu mostrei, né? Внизу слева. Agora, deixa eu tentar. Esse eu sei que é o Museu Nacional Dinamarquês. Да, вот этот мы сказали, находится мантия в Дании, да? Agora, os Marajoara. Marajoara? Eu teria que pesquisar, porque são alguns aqui no Brasil. Нужно посмотреть, потому что многие из них действительно в Бразилии находятся. O Museu de Etnologia da USP comporta bastante dessas tangas aqui. Tá. Museu Emílio Guilde. Museu Guilde. Também o Museu Guilde. Também. E tem também o Museu de Etnologia da USP. Na USP. Universidade de São Paulo также есть. Isso. Algo, кто-то еще хочет что-то добавить? Да, у меня можно вопрос? Насколько я знаю, в Южной Америке какое-то безумное количество языков среди коренного населения существует намного больше, чем в Европе и в Азии, например. Даже самых языковых семей уже намного на порядке больше. Как между собой люди общались, когда они не только воевали, а когда торговали и как-то по-другому взаимодействовали? Был ли какой-то общий язык, на котором они общались, или как это происходило? Como que as pessoas se comunicavam? Como que eles faziam comércio, essas coisas? Porque existia uma enorme quantidade das línguas, né? Existe. Vamos lá. Como que eles faziam as coisas? Deixa eu mostrar aqui. Existia muito comércio. Por exemplo, na chefia. Nessa chefia aqui do sudoeste da Amazônia, a gente sabe que era multiétnico. Havia mais de um povo e muitas línguas convivendo numa única unidade política. Да, вы правы. На северо-востоке, действительно, в Амазонии существовало великое множество языков. Sim, mas como que eles conseguiam se entender entre si? Basicamente por meio de troca способом обмена они это осуществляли торговлю, скорее всего, так. Existem três formas, né? Comércio, troca marital, que é você troca de escravos. Outra forma, торговля, собственно, обмен денежный. И guerra. И войны, соответственно. Não havia uma grande diálogo, né? Nesse eixo aqui havia mais unificação política. Да, но здесь вот, где показывают в Андах, было больше, конечно, политической такой унифицированности, да, соответственно. Там уже. Mas havia muita troca com a Amazônia também. Ну, было много обмена с Амазонией, с другими регионами тоже. Mas a língua não era um fator, ao mesmo tempo que não era um fator integrador. Existiam muitos troncos linguísticos, então existia o Tupi, existia o Aruac, eles eram fatores integradores, mas eles também não eram impeditivos, ou seja, a sociedade se relacionavam de diversas formas, mesmo sem a língua. Uma possibilidade é quando você troca de esposas, quando você faz uma troca cruzada de mulheres, essas mulheres acabam
aprendendo a língua da aldeia que elas vão morar e servem como embaixadoras. Pode repetir a última das mulheres? Quando você troca, quando uma sua esposa, quando uma mulher de uma tribo vai morar em outra, ela acaba aprendendo a língua dessa outra tribo e ela acaba servindo como mediadora. Одна женщина переходит из одного племени в другое, например, она таким образом как бы приобщает других к языку того племени, из которого она вышла. Вот это тоже был такой способ коммуницирования, так скажем, когда переходили женщины из одного племени в другое. Mas havia muita troca, isso a gente sabe arqueologicamente. Да, известно, что существовало очень много такого обмена, который не нуждался в каком-то дополнительном средстве коммуникации, как язык. Поэтому. Obrigada. Кто-то еще есть? Tem mais perguntas para você? Aparentemente. У меня один маленький смешной вопрос. Когда была показана морская свинка как одомашнивание, как домашнее животное, вот со свинками что делали? Теперь это наши домашние питомцы, их не едят, а что они тогда использовались вот в хозяйстве? Hoje em dia, porquinho da Índia. Se usa como animal de estimação, né? Mas na época, não, aqui na Rússia a gente usa. Mas na época, o que eles faziam com os porquinhos da Índia? Os porquinhos da Índia são um suprimento de proteína. Foram muito importantes na. Então como eram eles? Ainda hoje eles são criados em quintais. Eu mesmo comi. Да, но сегодня тоже выращивают их и едят. Перу, не? В Перу. Bruno, é o Álvaro quem fala. Antes de tudo, eu queria agradecê-lo muito pela excelente palestra, objetiva, com ricas imagens. Agradecer em nome do embaixador. Eu não fiz no começo por ódio à objetividade e rapidez, mas faço agora com todo com todo o dever e agradecimento. Muito obrigado. E tem uma pergunta que é um comentário, um entendimento. Eu queria ver se isso é verdade na sua opinião ou não. A ocupação pelos seres humanos na América do Sul é muito longeva. Você indicou aí os sítios mais antigos confirmados, 12 mil anos. E a gente eu imagino que existia na casa de milhões de pessoas em toda a América do Sul nessa época aí de 800 anos atrás. A minha pergunta é sobre a forma de lidar com a natureza. Até que ponto essa ocupação na América do Sul foi mais harmoniosa em termos ambientais do que as ocupações que a gente viu no hemisfério norte do planeta, que a gente tende a ver uma ocupação mais que alterou muito mais a vegetação desses lugares, né? Então eu pergunto se você concorda que o tipo de cultura na América do Sul foi ambientalmente mais sustentável, de forma mais harmoniosa e preservou a flora e fauna do continente no período. Se você concorda com isso ou não? Desculpa, Varvara, a pergunta é complicada, mas você pode traduzir. Varvara, você traduz e depois eu respondo. Sim, traduzo. Да, Вру, благодарить в свою очередь лектора сегодняшнего нашего от имени посольства и спрашивает, вот, насколько оккупация земель американских была гармоничной с природой, насколько им удалось сохранить или, напротив, не сохранить, была ли она более, так скажем, эко-френдли, более дружественной по отношению к тому, к той природе, которая существовала во время начала оккупации, к времени начала оккупации. A minha primeira resposta aqui é que, antes de tudo, o principal fator que diferencia a América do Sul das sociedades europeias é
é porque ela, isso tudo ocorreu antes da Revolução Industrial. Então, não havia uma degradação ambiental como nem na América do Sul, nem na Europa, como antes e depois da Revolução Industrial. Por conta do quê? Revolução Industrial. Да, это произошло все до индустриальной революции, как мы понимаем, что в Европе, что в Америке, поэтому это не было настолько воинствующим и для природы уничижительным экспансия. Mas na Amazônia, esse conceito de floresta intocada já caiu por terra. A gente sabe que a Amazônia ela é quase inteira uma floresta cultural, ou seja, a Amazônia no сегодняшний день такой культурный лес, так скажем, по-прежнему, да? Amazônia. Você tem um manejo, quer dizer, não é exatamente uma plantação, mas você estimula espécies de árvores que são mais interessantes para os seres humanos. Да, но на сегодняшний день культивируются те формы в Амазонии, которые наиболее интересны человечеству. Com isso você mantém a floresta de pé e consegue um tipo de extrativismo suficiente para manter a sua sociedade, né? Да, благодаря этому мы можем и сохранить природу, и человечество во благо. Природа служит человечеству во благо также, потому что мы сохраняем нужные нам формы. No caso dos Andes, a gente vê mais um tipo de plantação do que a gente conhece, com grandes plantações de milho, por exemplo. Да, в Андах там немножко другая история. Continua, por favor. Mas mesmo assim, não existia degradação de solo, por exemplo. Por exemplo, na costa norte do Peru, a gente sabe que regiões que hoje são deserto eram cultiváveis no período pré-colombiano. Да, на сегодняшний день пустыни Перу, которые мы знаем, они тоже там была своя природа, все выращивалось. Mesmo assim, não dá para dizer que eles necessariamente tinham um pensamento conservacionista. Да, но это не значит, что... Eu perdi um pouco, sabe? Não, a gente não pode dizer que eles tinham um pensamento ecológico como a gente pensa hoje. Да, ну, не значит, что все были там экологически как-то хотели сохранить природу и так далее. В Америке почему это произошло по-другому, нежели в других местах? Не значит, что все хотели так сохранить природу? Em alguns casos, existe algumas sociedades que, de fato, tiveram que mudar ou se degradaram por conta do esgotamento ecológico. Да, ну, там также были вырублены леса, вот, были проблемы экологические много. No caso do Peru, por exemplo, a gente sabe que em alguns períodos houve uma queda populacional muito brusca por conta de falta de comida. В случае с Перу там вообще была история, что не хватало еды, было вымирание общества. Então, ao mesmo tempo que eles não eram tão destrutivos quanto a gente, eles também acredito que poderiam causar algum mal ecológico, apesar de não na escala que causamos. Né? Да, ну, конечно, они тоже перуанцы, несмотря на то, что не были так очевидно разрушителями природы, как это происходило в случае с тупи, другими племенами, все равно, конечно, тоже был нанесен определенный вред ввиду исторических причин развития. Respondi, Alva? Respondi, obrigado. Agora? Спасибо большое. Всего доброго.